дружить уже в бой. Там Амазон страшно. Если раз ты голду заберешь, с тебя варды пораньше. Там у них микростан. Ладно, давай, ну ладно. Рядом, ну либо я накоплю на вард, пока мы бегаем. Вампир не очень. Давай я заберу припочку. Ты уже изучил глыбу, Гара? Да. Давай, может, как в прошлый раз устроим беготню? Да, специально. Не подняли лайн. Мы крутим. Крутим. Может, это, устроим беготню, как в прошлый раз? Действительно, нет, подняли, не но, в принципе, никакого ладно. Никакого замеса, это серьезно, ребят. Погнали! Пойдем. Давай я просто посмотрю на них и назад. Зачем? Ой, ё, красота. Тут и нет четыре никого. Четыре рыжа, ой, блин. Четыре фёлые жабы рыжая. Травля странно. Начинается. Кто у них? Жабы куда? Нету, давай серый собрать. Пошли на серый. Жабы кто-то жабы. Эй, а чё, подняли лизер я? Да они дебилы, блин, ничего никто не поднял. Вообще, да не, слабили. Как чё толку от этих этих зачем флагов? Чё вот мы это поможем? Я говорю, поднять флаги, чтобы Сапфайр подтонулся сразу к башне. Да ладно, он даже не успеет пропустить ни одного к этого пака. Уже одного крипа пропущу, как минимум. Да пофигу. Галю! Мы Сладя! Воруем чужой лес, это еще опаснее. Ну чё, пошли пробуем голду? А, Амазон да, вверх, их нету окей. Здесь, пошли. Амазон пошла. Все, Амазон пошла. Не тут. А, значит жаба наверх. Ну вы пипец, ребят. Все, забирай наш лес. Ушли? Леса да. Вверх пошла. Вот и хорошо, побегай. К ноге! Мы у них украли один пак серебряный, и хорошо. Погнали! Вот и добыча! Жаба. Тебе не скрыться! Так чё, вам варды нужны всё-таки? Да, нужны. Хотя бы наверх. Ну, сейчас потрачу, блин, свой прайм, который мне нужен в лесу, на варды. Ты лесовик? Да, я лесовик, но мне надо бить лесные чуть. Облава! Мягко говоря. Наверх пока один поставь. Их хватит. Нет, я два купил вообще-то. Травля начинается. О, стремло. Ну, в смысле, потом поставишь другой. Нет, я два купил, чтобы сразу все ставить. Все уже куплено до вас. Вот и добыча! Мне без мага вообще. Нижний вард он такой, он не особо нужен. Ой, да ладно, глифу мониторить. Глифы мониторят. На деле мы глифы очень плохо мониторим. Очень редко так. Я вам даже так скажу, вы их вообще не мониторите. Вот именно. Так что вард не особо играет роль. Я уже купил, и я уже поставлю. Я могу не на глиф поставить, а просто. Чтобы видеть ганги. Нет, ставь на глиф уже. Ладно, разберусь. Рядом! Я не понял. Вот. Туда стоит. У меня крип взял и телепортнулся нахер. Крип, я бью его, он телепортировался, блять. Обратно к себе в логово. И полностью живой стал. Ты чё за говно, блять, грёбаное? Слишком далеко взял. Нет, ну чтобы он телепортировался, я вот не видел никогда. Я нет, тоже нет. Вот этого пока не видел, блин, ни разу. Я мечу давал хилку? Да. Ага. След взял! Блин, я с вами просел, писец. А нахрен мы ходили к ним на голду-то? А они не приходили на нее, и мы думали, вдруг... Голда не голда, а мы там пак забрали все таки Да, это тоже, тоже имеет значение. Плохо. Сейчас звездопад едет, забирай наше золото. Вот и добыча! Да наша я могу и без звездопада. Звездопад чужой. Да, ну давай так. Звездопад лучше на чужую колду. Да. Спасибо. Травля начинается. Блин, у меня нет маны на волков, охренеть. Взять! Это жабы тяжко. Рядом! Ну так ты это, крипов на скорость носили, все. Ну, он меня не подпускает. Мама без маны. Вот и добыча! Да у меня леса тут тоже без маны.
золотой мастер. Правда, плохо? Люди, прости. Ужасно замедлилась у меня игра, блин. Просто писец из-за этих лордов. Я, наверное, потрачу звездопад на наше золото иначе. А нет, знаете что, я специально сейчас умру, наверное, на серебре. Потому что писец невозможно. Невозможно просто. Я спецом умираю. Как мы поверим? И что-то никак умереть не могу, странно. Если тут сейчас воровство происходит, то мне просто каюк сразу. На голде умрем. Торжество зверя. Не уберегли меня. Я умер спецом. Так, летаем. Аму заберем? Честно, как? Очень просто, но это был... Лиса вернулась. Золотой мастер. Вот и добыча. Погнали. Думаешь, что Аму мы сможем забрать? Да. Мне пока волки не заметляют, сейчас сделай заметляющий. Да он наглеет-то. Эх ты чё? Ребята меня забрали. Первая кровь. Плохо. Чем? Рабля начинается. Вампир выбежал, жаб подтянул. Будем пробовать Аму, нет? Пробуйте, пробуйте. Да она полностью живая, чё ты? Подожди. Егер способен забирать. Ну все, нападаем. Башни до башни. Гол такое. Так ты ее надо было застанить-то, когда это. Да у вас столько замедления. Вот. Вот сейчас надо было бить-то, ё-моё, и тить колотить. Ну что за. С вами гангать бесполезно, вот вообще. Ты тоже спишь. Чувак, я тебе еще раз говорю, сейчас вот ты ее застанет должен был. Никогда меня не было вообще, блин. А когда я только вышел и начал ее бить, тебя сейчас заберет он нахер. Ты не понимаешь просто, как ганги выстроены. Ты не понимаешь, как ганги выстроены. Я выбежал, стрелял в нее, бил. Она ушла. Кто тогда виноват? Рядом. Я что-то не так сделал? Я надеялся, что она отпрыгнет от меня и потратит прыжок. Надо было сказать, подожди, когда она прыгнет. А я надеялся, что ее застанешь, и мы убьем ее до прыжка. Вот и добыча! Амазонку всегда после прыжка убивают. Она была очень ранена, и когда прыгнула, оставалось там два удара мне сделать. А если бы он ее застанил, то она бы сдохла. Каждый по-своему играет, ну вас нахрен. Да успокойтесь. К ноге! Чё на самом деле напрягаетесь тут? Вот и добыча! Погнали! Мы так уже сколько побед сегодня сделали. Надо еще одну. Победа, да, клановым бою нужна победа. Не ругаться же из-за этого, правда? Нет, надо ругаться. Рядом. Просто что? Я надеялся, то, что ты ее замедлишь, она к меня прыгнет. Пока мы дойдем до не, нее, ну меч, конечно, правильно надеялся, но... Надеялся. Я замедлил, но он ее не ударил, потому что в откате был удар. Я надеялся, что она от меня отпрыгнет, ты ее замедлил. Ты глянь, а. Тем временем там доктрина умирает и умирает. Вот тебе! Поменяйте с ней жабу. Ко мне! Поменяйте. Как гангать жабу, если ты ее не бьешь? Травля начинается! А как я буду ее бить, если так, вы не гангать? Она тогда стоит тебе фу, стоит что стоять под башней просто. Да, у нас вард сверху сбили, кстати, люди. А может кончился просто вард? Да, кончился, скорее всего. Бля, меня чуть не притянула эта гребаная жаба. Взять! На! Я посчитаю, как мне хан делать, а вы бегаете там. Погнали! Золотой мастер! Вот и добыча! Вот тебе! Лиса... А, не тут. Так, я сейчас скоро буду голду чужую воровать. Если она, конечно, будет травля там. Травля начинается! Взять! На! Сейчас я кое-что сделаю. В бочину зайдешь, лягушки? Нет, я износил амазонку. Фу, как по-лесбийски. Рядом!
Блин. Сними хотя бы до 700 хп. Ну, до 1000. Ага, меч снимет амазонки до 1000. Да как это он сделает? Давай, ну... Помогите! Иду. Спасайте, убивает, блядь. Пиздец, как нахер так? А Рокла, что ты вампир, однако? Где амазонка, я не пойму. У меня уже он пропал. Вот это пи, я знаю, что я запалили, скорее всего. Еще вот навоюем! К ноге! Я уже ушел. Так, я сейчас голду буду воровать. Док, смотри, опять на мопу не нарвись. Наверное уж... Сейчас я оставлю вард, посмотрю, может они вардом меня видели. Погнали! Там вард на глиф стоит, скорее всего. Нет, он просто так пришел и все. Быть не может. Везучий лакер. А ты жаб. Рядом. У них голды нет. Нет, уже голды. Ты глянь, опять забирают. Под башню. Что на мид сделайте кто-нибудь? Да все уже. Я бегу пешком. След взял. Что за хрень, не пойму. Аккуратнее, глянь. Какой аккуратнее? Под башню. Блин, он невидимый. Блять. Пиздец, притянули. Спасайте, нахер, спасайте. А не, все нормально. Я убежал. Жаба без языка. Потрясающе прикорлось. В смысле без языка? Какой же... Не вылазьте, пожалуйста. Хрен там вам посаживает. Так, ладно, ушел обратно. 3-0. Я лес качаю. Конечно, бьет. Нужно раскачаться, люди. Верхний ушел вам. Ну вообще непонятно, где бегать. Травля начинается. Назад, назад, у вас вам там. Чё, блядь, непонятно ещё, тварик. Тебе не скрыться! Вот и добыча! Травля начинается! На! Вамп, вамп, вамп. Просто непонятно, откуда вылазить. Вамп наверх пошел. Угу. Ускор общий есть, надо? Нет. Нет. Блин, голду нашу своровали, охренеть. Я пойду хотя бы их маленькую голду своровать попробую. Че там за движок-то у вас? Не очень хороший. Не, ну все, лица меня уже теснит от флага. У меня сейчас классно. Вот и добыча! Можно будет. Пробуем эту аму. Хотя бы с ульты. Травля начинается! Давай меч по твоему плану, как ты хотел, делай, потом скажешь мне, когда выходить. Обнова. Наверху. Я могу. Забирай. Чего? Ищи, иди, иди сейчас, сейчас прям. Сейчас она кидает замедлялку, и ее станет. Или что значит вам? Забирай? Вам забрал. А я тебе говорил, забирай. Воу! Идти? Да. Блять, да ты говоришь гоу, я даже не пойму нахер. Ты твою... Пизду. Как так можно сказать тихо, что даже не слышно? Гоу, блин, я тебе сказал, что там непонятного. Стой, гоу. Погнали! Я тебе скажу, как это звучит. Это звучит вот так вот. Ты спишь. И что мне сделать, вот когда я слышу? Вообще-то нормально. Сейчас еще гоу. Егерь пошел, можно сказать, но я не знаю, хоть что-нибудь, чтоб я услышал. Я услышал только ватное какое-то. Пока он там стоит с амазонкой троллится, нас два раза уже на мид забрали. Я что теперь сделаю, блин? Я не слышу его команды даже. Погнали! Вот и добыча! Тебе не скрыться!
меча жаль. Сейчас заберут. Ужас. А, он бессмертный. Помогайте. Чем я тебе поможу? Помогайте, телепортом, чем? Ладно, тпшимся. Травля начинается! Взять! Ты куда что потонуть? Заметаю жабу. Блять, пиздец. У меня егерь сам развернулся назад. Ты что за говно? Вот и добыча! Ты толпа, ты чё? Погнали! Есть. Сзади вон где. Всё, я труп. Не уберегли меня, волки! Да, ты весь ведьма чем занимается? Ведьма, ты чем пылесос занимаешься? Не работает, когда сосуд, а, да? А, ведьма лесу забирала. Какую лесу? Которую забрали. Которая тоже портанулась. Потом по амазонке дамажил. Я говорю, там три человека идет, и ты стоишь и смотришь на них. Надо было сразу врубать ускорялку, съебываться. Ту же пылесос. Секунду. Они не спали. Ко мне! Ко мне! Хорошо, ты портанулся. Травля начинается. Да блин, нам почти забрал, а. Чуть-чуть не считается. Ну что, чуть-чуть, я тебе гоу говорю, ты спишь. Рядом. Что я тебе должен? Мы американцы или англичаны? Почему гоу? Какой а нахрен гоу? Если ты глухой, все слышали, ты один уши долбился. Взять! Вот тебе! Не буду ничего отвечать нахер. Ну а как? Два хорошо, ганга, два говна вышли. Вот и добыча! Вот не сильно спросили. Облава! У них гора у них сильно просели. Да рекорды даже еще не вышло. Так что мы просели жестоко. Чально куда? След взят! Золотой мастер. Наверху никого не видно. Качайся. Откачай. Амазонка пришла под мощью. Опа она. Ускор надо? Нет. Рядом. Вампир наверх пошел, походу. Аккуратно. Вот и добыча. Побей жабу. Да я бью, а толк. Погнали! А как бы. Ох, ты так и бегай. Ушел к вам вампир, смотрите сверху. Хрен на себе мазок усаживает. Не дали прожать. Жабу, жабу! Добрал. Наконец. Сейчас меня под башней заберет, спасай! Блять! Автор... Ну добей тогда его хотя бы. Пиздец, под башней забирает. Серп, понимаешь, как меня под башню забирают? Когда этого можно было довести, непонятно. Давно поменялся или я что-нибудь не знаю, жертвы. А, говорю, штурм наш. Ну хотя бы наш. Амазонка сверху. Предлагаю забрать ее нахрен. Пошли. Еще повоюем! Да иду уже. Ульта есть? Да. Ну, у меня ульта есть. Так, я зайду я под инвизом. Я стою, не пугаю. Смотрите. Я зайду под инвизом, кину клей, чтобы скиллы не использовал. Давай. Пропалил. Пошли, пошли, пошли. Инвиз надо нажимать, уже. А потом ждать. Да, 3 секунды он действует. 3 секунды. Давайте под башню заберем. У меня башню будет бить. Там еще один портанул. Хрена солнце. Браться можно, я фартую. Жабы нет. Я тоже. У меня. Че, нападаем, не? Меча бы наверх нам еще. Надо амазонку. ТП через 8 секунд. Там еще леса. Да не начинаем. Точно амазонку первую. 5 секунд. Правда. Может вам первый? Аму надо там. Первый, да. У нас глаз ни у кого нет, ни у кого нет. Нету. Нету. Я хрен потерял уже. Могу купить этот палку. Вот и добыча! Хоть палку сейчас куплю. Вот он уйдет и поставлю. Погнали! Какую палку? Вар. Вар. А, господи.
Так, отходим. У меня гора вышла. Расходитесь, расходитесь по сторонам. Перекач 6000, короче. Травля начинается. Пикац. Гора вышла. 6000 терпимо, кстати, люди, нормально. Сейчас мы замочим что? Их в этом замесе, и все будет хорошо. Что делаем? Стоим. Ждем. Стоим у флага. Погнали! Они хотят тоже драться, гора выходит, главное под ульт не попасть. Я сейчас ультану в них, давайте, начинаем. Да. Лука, вампа. Лука лучше. Бля, вот это меня сносят нахер, я даже ничего сделать не могу. Есть. Тебе не скрыться. Вампа, лесу вампа, добейте, вампа. Лесу добейте. Вампа, блин, вамп сосет, сосет вамп, сосет вамп. Леса, да, молодцы. Все, вампа. Все, сейчас меч тпшит на тебя. Блять, куда у меня... Вампа. От горы можно жабу лечиться, добивать. От горы лечиться. Все. Жабу. Жабу бить. Под их, пофиг, под их пока птицами. Я его отгоню немножко. Да. Молодцы. Да. Тащите. Вот и за меня. Кушаем. Нефиг сраться, это правда. Нефиг сраться. Вот весь перекач шел. Бейте башню. Я низ пронесу. Блять, меня тут снесут нахер одним он этим своим всплеском или что это у него там. Росчерком. Росчерк. Отходим. Отходим, отходим. Забейте на башню, можно всегда ее убить потом. Аккуратней. 10 секунд и ульта откатится. Зато я на реген. Я в лес. Спокойно сейчас качаемся, потом гол заберем. Вот и добыча! Да, пойду тоже на реген схожу. Рядом! Кто-нибудь наверху останьтесь, мне кажется, они сейчас пойдут на башню там. А уже ТП-шится обратно она. Невидимка. Погнали! Взять! Глиф поставить какой-нибудь где-нибудь? Вот тебе! Опа, ну кто-то вниз ТП-шится. Жаль. Я сейчас вообще без ТП, если что. Вард, можно сюда. Сейчас. Так, лиса с глазом. Абла! Так, я тоже за глазом. Надо глаз купить. Ребят, надо жабу убить, он. Жабу? 5000 хп. Давай чуть позже. Или пойдем, ладно, идем. Идем. Хотя бы. Я к вам ТП-шусь. Дождите еще секундочку. Ульча сверху. Леса портается. Пусть портится. Ну я вдогонку скину. Вот и добыча! Давайте, давайте, давайте. Да его. Есть. Можно дальше драться. Они без танков. Горы тоже. Она невидимая. Кто птиц так рубил по-глупому? Я так рубил. Потому а что толк-то их здесь вот было? Так, ладно. Так, расходимся там гора. Что, накачивай? Три штуки, я вообще не парюсь, когда их рубил. Накачивай. Потому что сейчас могли напасть они. Тогда бы птицы хорошо. Тебе не скрыться! Зато жабу забрали. Док, ты низ возьмешь тогда? Попробую. Когда жабу убиваешь, вот то, что она все съела, это пропадает? Нет. Так это тупо. Да, есть что-то там лучше. Меня зажимают. Отступай под башню. На ней опять внизу собираются. Тогда несите вверх. Да мы мец уже сейчас. О, жаба пришла. Пока отходите, пока что отходите на строй, все. Так, их трое вниз. Ульта готова, можно дождаться еще кого-нибудь. Ну, да вы несите. Пока аккуратненько. Егерь, я к вам тоже подойти. Че, егерь? Вниз портуемся, есть корм? Не надо вниз. Я пешком надо, могу надо, прийти, надо. Просто я рядом. Ой, блин. Уже вот они забрали башню. Я не могу дернуть. Сейчас вас заберу. Там, лука надо добить, у него мало хп. Быстрее. Добиваю. Вам ультанул. Горку. От горы можно лечиться. Ништяк, тащи. По низу пошел. Две штуки можно даже. Ребят, вы супер просто. Вот тебе! Когда хорошо ругаешься, хорошо все получается в итоге. Ну, я да. Просто уже заколебали все рука. Так, чё куда? Беса на ней. Дальше пушим. Ладно. Зря гора села, могла бы под второй сесть.
Да фиг с ним. Я на волков сажаю, на волков. На мид. Да, и уходим. И наверх, наверх. Просто расходимся качаться. Подумаю, нет, я забрал. Так, раз потанцевал. Крифт еще не глянул. Обла! Ко мне! Наверху обнова. О, вообще. Я могу взять. Осторожно. Опа, опа, опа. Меч-то бессмертный? Бьем ка вампа. Да. Меч. Бегу к вам. Отходим пока что. Нас мало, нас мало. Есть глаз у кого? Есть ульта, делаю. Вот и добыча. Меня притянуло. Лука. Убегаю. Ой, сейчас умру. Я умер. Не уберегли меня, полки. Не, зря мы сейчас отворвались. Сосуд гору, сейчас убьют, не может сесть. Садись. Е-е-е. Вампира вам осталось мало. Пока вампа не бей, пока жопа. Теперь вампа. Блин, у нас глазов нет, вот чё, плохо. Блин. Меч, меч, давай его ударом, ударом, ударом. Ну все, уже поздно. Гору. Бегаю, спасай, бой, поэтому гору прилетает. Все. Пушим мид. Мид пушим, да. Глыбы нет, там доктор, путится. Доктор, назад, флаг сними. Ааа, нет. Доктор, флаг сними. Два фига. Смотри, сносишь. Там крип иду. И двойные сразу же. Да, двойные рискованно. Идем, идем. Хоть немного. Сейчас 20 секунд до глыбы. Я еще птичку сейчас кину. Волки ко мне! Побыстрее. К ноге! Давайте. Когда надо будет ускор, скажете, я кину. Ходим, там их. Аккуратненько. Надо ускор, нет? Нет. Блин, почти донесли. Ну да ладно. В лес вражеский заходим сюда. Давайте куда-нибудь вверх, что ли. Я все-таки истратил птичек на чужой пак. Ой, не птичек, то есть, а эту хрень. Как она там называется? Звездопад. Ты негодяй. Халю! Можно вверх попить немножко. Травля начинается! Ну где одинарные башни остались, там и надо добить. О, они собираются на миду, давайте соберемся с ними. Ульта 40 секунд, до этого желательно не драться. У меня готова ульта, но нету мана. Облава! Идут наверх все. Аналогично. Купи маночки. Вот маны. Она продается. У меня сайригинг. Вон там, 36 метров в секунду. Слушай, нет такой регенку, а? Завидую. 36. Идут на драка. Где? Пошлите. Сейчас крипов внизу заберу. У меня 20 секунд до глыбы. Надо собраться и ворваться одновременно, люди. Подождите немного. Погнали! Ускоряю. 10 секунд меня забрать. Куда у меня бежит этот гад? 10 секунд и все. Ааа, я ухожу, а то сдохну. Терпите, сейчас будет это. Аму. Незаменимый боец. Ты, блин. Амазонку. Ну не можем, она убежала. Ну, чем за ней бегать, когда трое здесь? Вам заберите в нашем лицо, вот тут вот. Он гору не допинали, а ноль там. Блять, оставалось лягушки-то сколько, вы видали? Вот там амазонка. Потому что Карла бегала с лоу хп, а мы из остальных пили. Догонишь же? Нет. Блин. Зачем просто удержу? Пошли верхнюю башню. Мне не хватило дамагу бить амазонку. Сколько у него? Вот и амазонка, сразу заберем ее сейчас. 2800, у меня 2800, ну да. Ульта не видно, если можешь. Берем. Хорошо. Че, затащим вампу? Нету глыбы, я отведу. Фу, ага. Господи, вампа. Уходим, 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 уходим. Пошли ты на драку. Да. Давайте на драку. Прямо сейчас. Драка лучше тут со мной. Одного, кстати. Давайте, давайте пойдем. Быстрее. Я уже борту. Чего там? Обнова. А, обнова. Горки? Мне не надо, у меня ульта в откате. Ну а кого? Доктрине, если у него готово. Еще повоюем! Можно кто мне, готов? У меня копье. Вард стоит. Здесь вард. Не знаю. Я к вам иду. Это я поставил. У них нет, там чужой. Нет, чужой.
Успеваем. Вы без меня его забрали почти. Нехесно. Так, ну я тогда беру. Да, забирай. Нам бы уже мне. Все, пошли. Может вверх пронесем, там одинарная башня. Мид, давайте мид. Мид несем. Полностью. Там уже начали до конца. Ну ладно, похрен. Я бы забрал бы его, и сейчас был бы жопа. Под отбатом. Травля начинается. Да так неплохо. Егерю тоже хорошо. Егерю бессмысленно вообще. Копье. Копье. Сзади вас ставят, если не против. Ну и несем. След взят! Галю! Вот и добыча! Ой, бедные, как им плохо. У меня сосуд, сосуд. Вам подойдет. Я сдох. Хотя ульту можно было не пускать. Ну, я не успел просто из-за окна. Ой, блин, Амазон придет в парке. Чуть не убило. Жори сделал великий путь. Ведьму. Убиваем, убиваем все. И ГД несем. Блин, хорошая скорость атаки, 1.51. 1.71. Нормальный. 1.6. А знаете, что я хочу вам сказать? Угу. Сейчас прогрузится, правда. 19 левел я апнул, вот что хочу сказать. Нет, знаешь, что я хочу сказать? Я майор. Я тоже майор. Да, тоже мне новость. Не, ну круто. Великий бой сделал жутко. Одна зелень, бро. Мне раньше вы лягушечку дали. Да не честно, как так? Не знаю, дали и все. Мне лучше бы дали... Лягушка здорово. Там стрим был. Я нету такой еще.